Как вас зовут, подскажите? Скидана Раиса Григорьевна. Вы здесь сколько лет последние живете? Волноваться. Всю жизнь. Всю жизнь, да? 75 лет. Расскажите, что вот было в последнее время? Что делали украинские войска? Украинские войска воровали. Жители остались без домов. Если бы вы посмотрели улицу Петровского и вот эту больницу нашей сотрудницы, квартира вот здесь, можно посмотреть, вообще неживая. Залезли сюда, жителей выгоняют, а сами, вот у меня два дома, один и второй, зашли туда, все поворовали, машины, вот нашего главного машину украли и там сделали, это звери, это не люди, это... Немцы и то так не делали, по-моему. Вот такие... Скажите, а как вообще при них жилось? Тяжело? Никак. Уехали отсюда все. Ни первый секретарь, ни второй, ни милиция, никого не было. Мы не знали, куда, ни известили нам, ни сирены не было, ничего. А скажите, а здесь что было в больнице здесь наверху? Ну, они располагались. То есть украинские войска? Да. Какие они украинские? А что, это украинские военнослужащие или какой-то национальный батальон? Вот, ну, вот это Азов еще, я забыла. Азов здесь был, да, я так понимаю? Да. Видели вы их? Нет. Ну, как, стоят и все. И вот это так. Один дом хорошо... А те все это, дети, написано дети, и они звери специально стреляли. Вы если посмотрели, вы были по Волновахе? Да, мы проехались, конечно. Это не сказать, не описать. Во-первых, как же теперь людям жить?